Международный женский день отметили в Люберецком городском жилищном тресте. Мужская часть коллектива приготовила для виновниц торжества настоящий праздник с неожиданными сюрпризами и приятными подарками. В самой крупной управляющей компании «Люберец» трудится 700 человек. Чуть больше половины из них – представительницы слабого пола. Международный женский день мужчины устраивают для прекрасных дам незабываемый праздник. И этот год не стал исключением. Наилучшие пожелания прозвучали от сотрудников и руководства ЛГЖТ. В этот день мужчины признаются, без женских рук работа управляющей компании была бы невозможна. 80% успеха треста зависит от вас. 20% от нас. Не от того, что вас больше. Но реально, вы большие молодцы. Низкий поклон, спасибо вам за все, что вы делаете. Каждый год мужской коллектив ЛГЖТ старается удивить и порадовать своих сотрудниц. На этот раз им показали волшебство песочной анимации. В конце выступления на полотне изобразили логотип управляющей компании. И по традиции праздник не обошелся без памятных подарков. Нам очень понравился праздник, который нам устроили мужчины. Все было замечательно, очень неожиданно и очень было приятно. Подготовились они, конечно, на пятерочку. Каждый год они нас не перестают удивлять и радовать. Каждый год все время все по-новому и все лучше, лучше и лучше. Луиза Егазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.